А мы как листики на дереве. Вот мы листики, а вот это черешки такие. И мы к общему дереву вот этими черешками привязаны. Так вот, если мы друг другу кланяемся, то во время поклона мы вот через вот этот родничок, как из кувшина, выливаем из себя отрицательную энергию. То есть самоочищаемся таким образом. Если мы друг другу поклонились, то вот эта отрицательная энергия, это как грязно-коричневый дым такой, он сталкивается и рассеивается, аннигилируется. В Ведах говорится, что нельзя кланяться тому, кто не отвечает на поклоны. То есть, если человек будет соседу кланяться, а он ему не будет отвечать на поклоны, то это уже будет черная магия. Но вы знаете, что такое поветрие? Нет? Ну, слышали такой термин, да? Поветрие. Это вот тот же принцип. То есть, какая-нибудь там колдунья, там у нее там что-то там заболело, ну, допустим, печень там заболела у нее, там она думает, ну, нужно освободиться, на кого бы все это скинуть? И она смотрит, там соседка что-то в огороде там копошится. Вот она выходит так, чтобы ветерок в ее сторону подул. И начинает из этой печени выдавливать этот вот грязно-коричневый дым из себя. Выдавливает, 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 и над головой выдавливает. И таким облаком она проявляется над головой. И потом она резко приседает и в сторону уходит. И вот это облачко по ветерку, по ветру пошла-пошла, и в энергоструктуру раз соседки, то ой, ай, и надуло. Схватила там, и хамыль-хамыль там домой, там, а да, все, освободилась. Вот это поветрие. То есть то же самое у нас, чтобы это чисто, светло было, мы кому кланяемся? Кумирам кланяемся. Так же? Кланяемся иконам, кланяемся. То есть в Ведах написано, что не отвечает на поклон только священнослужитель и монарх. То есть они обладают такой мощностью, что энергию своих как бы это, подопечных берут на себя, а потом уже перед алтарем все это сбрасывают в себя. Вот, например, в иудаизме они же там чернухой занимаются, то есть они не могут Всевышнему поклоняться. То есть они тогда что делают? Там нахватаются, священнослужители же не должны там раввины кланяться в ответ. И на них все накидали это все, а им что делать? Это они берут козла там, и начинают поклоняться козлу, то есть сбрасывать на него. И потом этого козла в пустыню выгоняют, он там быстро разлагается. Это козел отпущения, слышали? Да. Так вот, чтобы чернухой нам не заниматься, в нашей традиции мы должны друг другу кланяться. Когда, ну помните вот картину такую, встречаются два соседа, один другому там, здравствуй, сосед. То смотрит, ага, сбросил на него, он ему там, здравствуй, пониже. Смотрит страхасу, думает, о, больше сбросил, он ему там в пояс, здравствуй, там. Ты еще больше, он тому земной поклон, там, здравствуй, там. Знакомая картина, я начинаю там. Они понимают, чем больше ты поклонишься, тем больше сбросишь. Там. Ну, конечно, это полушутя, так как они все в теме, там, то есть это как бы по-честному. Там. А можно же еще и усилить. То есть мудрыми, то есть найти точку, где самое благоприятное, там еще и по центрам все это стимулировать и выбросить все это, активно сделать, еще мощнее, это как с глазбой-то можно там поклониться так. Да. Ну, да, разные способы поклона есть, но рациональное зерно заключается в том, что мы сбрасываем отрицательную энергию. А солнце можно? Конечно. Если соседи нет рядом. Конечно. Не можно, а нужно. Суя намаскар, это то самое. Да. Там все на поклонах идет. Ну, если мы будем просто в уголок сбрасывать, и туда кто-нибудь наступит, то ему плохо будет. Если рядом ликона, кумир кому-то, лучше на него все это сбрасывать отрицательно. То есть нужно знать, куда сбрасывать. Мы же мусор не бросаем, мы бросаем в урну куда-нибудь. Так же есть специальное место, куда всю эту дрянь сбрасывать. Туда никто не сунется. Поэтому если мы будем на порог сбрасывать, то все через порог будут перешагивать и на себя эту гадость забирать будут. А в лесу? А в лесу там все это деревья, природа нейтрализует это все. Да. Там это проще. Это просто в общественных местах, но просто мусор не культурно разбрасывать свой. То есть я в свое время, когда практиковал там лечение, ну не сколько лечения, сколько там обучался, и пришел там к своей знакомой одной, а она практиковала там онкологию, лечила там. И вот приезжаю к ним в гости там, они там переехали в другую там деревню, там, и домик такой, что у них водопровода не было.
Там, я к нему домой захожу, там, ну, посидели, поговорили, к ней там приходит там, женщина больная. Там. Она говорит, ну подожди, я сейчас с ней посмотрю. И что-то там какая-то проблема. Она говорит, ну, говорит, Алексей, вот у тебя лучше диагностика получается. Посмотри, что это такое. Ну, я уже там начал диагностировать, значит, и править. А когда правишь, то ты на вот это вот всю дрянь на себя на руки забираешь. То есть нужно надевать мысленные перчатки такие серебристые, ну, из каждой поры выделяется энергия серебристая, и такие, как край, длинные перчатки, и тогда это безопасно работает. Но нужно потом это сбрасывать. Лучше всего это воду. Если под струю воды перчатки эти смыл, снял эти перчатки, и тогда ты не заболеешь. И в крайнем случае об пламени свечи можно руку вычистить. Я говорю, куда это девать? Она говорит, а знаешь, вон, кидай туда к печке, а я потом уберу. Ну, так как она в теме, ну и ладно, я там это все это сбросил оттуда. Ну, просто даже стряхивание руки, и вот так еще дополнительно сжигается. Большой палец — это Марс, и вся эта информация сжигается. Я постряхивал, сжег там все остатки, ну, очистился там. Ну, опять сидим там, продолжаем чаевать, там, раз, еще мужик приходит, тоже раковый больной. Но пока я у них там сидел, нам пришло 7 человек. И она меня просила каждого там посмотреть. А так как начинаешь смотреть, начинаешь и корректировать биополе. Короче, я с 7 человек то посбрасывал всю эту энергию. Приезжаю там через пару месяцев, она говорит, знаешь, Алексей, говорит, больше, чтоб ты в доме не сбрасывал. Я говорю, ты же сама с того сбрасывала. Да, говорит, сказала, но я же баба дура и забыла. Начала полы мыть, а не шваброй, а руками мыла, и руку сунула в этот угол. У меня, говорит, рука раздулась толще, чем нога. То есть сплошной волдырь. Она сама там целительница, знает, как делать. Я, говорит, и массажи, и точки там, и что, и молилась, и там. И не мала. То есть у меня месяц распухшая рука. Я думала, что вообще отвалится. То есть настолько вот эта вот вся энергия опасна. Вот наверняка вы видели, идете по городу, и вдруг смотрите, чистая бумага, а 4 листочек непомятный на тротуаре лежит. Не обращали меня? Попадалось такое? Или там это бумажные деньги лежат аккуратненько там. Или носовой чистый платочек. Не обращали внимания? Попадалось такое. Вот это как раз все это выводится, и стоит или в руки взять, или наступить на этот листочек, и вы получаете все эти неприятности. Поэтому платок к слезам? Да. Если стоит руки взять, то все вот это болезни, кто сбросил на него вот эту дрянь, все переходит на того, кто взял его в руки. А я такая смотрю, думаю, интересно, там, значит, что-то на кисло заглянуло еще, а там кто-то значит, ну ничего. Ну вот ничего и пришло хорошего. То есть, и вот как раз мы говорим об мантре. Я еще хотела спросить. А вот в хатха-йоге есть короткое простирание вот в начале и в конце. И когда вот занимаешься с инструктором, вообще стоит ли делать его? Мне кажется, нет. Это нужно у инструктора спросить. Он понимает, что происходит при этом? Понятно. Если он понимает, то значит это его проблема. Значит, он сбросит. На алтаре где-нибудь это там, или на дерево куда-нибудь там. А вот по поводу поветрия, я вспомнила, что в толтекской практике, там все ведьмы, все женщины-маги, у них был свой ветер, это обязательно, он жил в их матке. Вот, это как-то резонирует, ну, с тем, что мы здесь обсуждаем? Нет, в основном этот центр женщины используют наоборот, чтобы притянуть силу. Это центр, с помощью которого да, не отдают дрянь, а наоборот забирают. То есть, если мужик пошел где-то в туалет пописать, она за много километров, самец, и так, ну, этим ветром. И мужик, и погас там, как шарик такой. Это вот такое ведовство такое женское есть. То есть, они этим центром наоборот втягивают. Но можно разные ведь энергии. Естественно. Но эта женщина смотрит, вкусный мужик или невкусный. Больной он там, или добрый молодец явился такой. Что вот с открытыми бедрами сидеть, это тоже как бы в этом самом, да? Да, да. Женщина, она как раз все это как пылесос, всю эту энергию тянет, этот центр. Она не выбрасывает, а втягивает наоборот.
массаж муж жене, жена мужу. Ну, какая легкая правка, там, с позвоночником работает, растягивает суставы. При этом тоже же, наверное, собирается какая-то... Да. Идет энергообмен между супругами. Это нормально, естественно, хорошо. Ничего в этом плохого нет. Нет, ничего. Да. Вы же ее как единое существо. Что тут друг друга чистится там? Это если специально есть практики такие, когда ты находишь эту дрянь и начинаешь ее вытаскивать. Ну, например, вы знаете, там есть пробки, гвозди называют, есть лярвы, есть сгустки этой отрицательной энергии, и можно руками залезть и вытащить это все. То тогда это чувствуется, как комок грязи какой-то там, что-то слизняка ты вытащила. Вот тогда, конечно, нужно руки почистить, сбросить этого все, смыть, чтобы не приставало это дело. Но это при специальных практиках, когда мы конкретно чувствуем и забираем. Это всему можно научиться. Если вот организуете практику семинара, это любого можно научить. Ничего в этом сложного нет. То есть на самом деле все очень просто. То есть чувствовать, видеть биополе, это любого можно научиться. Так вот мы как раз это, рез о поклонах зашли, что такое Ом Шри Маха, Лакшмияй Намаха. Намах – это кланяться, почитать, поклоняться. Теперь смысл, понимаете, что вы Лади Богородицы, вернее, Всевышнему в образе Лади Богородицы поклоняетесь. Ясно смысл? Ом Шри Маха, Лакшмияй Намаха. А Лакшми или Лада Богородица, она ответственна за семейное благополучие, там, за здоровье, процветание, за богатство. Там. То есть вот это ее как бы компетентность. Вот, вы знаете, что у нас сейчас Лада Богородица наша царица, то есть царь отказался от короны, она общенародная. В Испании явилась людям. Вот читали про Фатимскую Божью Матерь? У меня даже фотографии есть, настоящие фотографии, даже умудрились ее сфотографировать там. То есть это тысячи людей собрались, она сначала там детишкам сказала, что я явлюсь. И когда срок настал, собрались там несколько тысяч людей в этом месте. Толпа громадная такая, она явилась и говорит, что как бы... Я беру корону России на себя, будущее за Россию, молитесь все за Россию. Там. То есть она как наша была Божья Матерь до христианства, так и сейчас, и с христианством остается и сейчас. То есть она наша как бы царица, наша Лада-матушка, которая нас опекает испокон веков. И поэтому очень хорошо, особенно женщинам, к ней обращаться. То есть Ом Шри Маха, Лакшмияй Намаха. Смысл тел понятен, да? Ну теперь попробую спеть. Все тело, пол, тот стол, стены, потолок, там и все пространство. А вот тогда это будет правильно. Что? Скорость увеличивать, как в Махамантре слов. Ну, здесь здорово не увеличишь. Если там можно, вот очень, то здесь все-таки петь нужно. Если там как бы вибрацию можно перевести, то это все-таки песня такая. То есть, в принципе, нам язык именно для этого нужно. То есть, это славословие называется. Когда мы словами славливаем эту силу. То есть, славословие – это на самом деле тавтология, масломасляная. А вот конкретно по произношению молитвы еще вопрос есть. Последний слог от Намаха, он, ну, я его, по крайней мере, не слышал. Там не это «х»…